Насущные проблемы, которые касаются обеспечения горожан теплом, могут решаться практически по нажатию кнопки. В Самаре заработал специальный центр мониторинга поставляемых тепловых ресурсов. Его главная задача – собирать информацию и анализировать состояние трубопровода тепловых сетей по всему городу и организовывать работы технической службы. Он дает информацию техническим службам. Он независимо контролирует техническую службу, где, когда, какая утечка, где есть повреждения, где есть недоработки в системе теплоснабжения. Вот это главное на сегодняшний день цель, которая, еще раз повторяю, второго года работы по методу Alcatel. Сегодня нюансы функционирования центра Владимир Василенко обсудил с представителями единой ресурсоснабжающей организации и оценил возможности нового подразделения энергокомпании. На огромном экране изображена карта, на которую нанесены все объекты теплоснабжения Самары. За их состоянием 24 часа в сутки следят специалисты. Они работают посменно. При возникновении порыва трубы или появлении малейшей влаги на пенополиуретановой изоляции специальный датчик, который вживлен в нее, посылает сигнал в центр мониторинга. Затем его фиксирует специалист за компьютером и посылает технической службе, которая незамедлительно выезжает на объект теплоснабжения. Благодаря системе оперативного дистанционного контроля рыть огромную траншею и искать место порыва не придется. Установленные на трубе датчики с точностью до метра определят поврежденный участок. Вдоль всей трубы идет проводник, который позволяет отследить, можно сказать, так, сопротивление на всем участке трубопровода. Если это сопротивление, по сути, оно постоянное на всем участке, значит, труба находится в нормальном состоянии. Если сопротивление начинает меняться, значит, где-то есть так называемое промокание. Там есть, скорее всего, какой-нибудь дефект. Если это сопротивление изменяется, происходит приходит сигнал в диспетчерский центр, и уже отрабатывают аварийные бригады. Уже второй год теплом Самара обеспечивается по методу альткотельной. Благодаря этому и повсеместной масштабной программе цифровизации в городе открылся центр мониторинга качества поставляемых энергетических ресурсов. Сейчас он уже отслеживает ситуацию не только в Самаре, но и в Новокуйбышевске. Такая система контроля – огромное преимущество и для энергетиков, и для жителей. Она позволит быстрее находить проблемные участки на трубах теплоснабжения и оперативнее их устранять. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События.